Три У называется. Три чего? Три У. Три У. Ага. Простите, как вас зовут? Кольба Полина. Ага. Эти часы, на них только дуешь. Если покажешь на 12, то у тебя очень хорошо. Если на 3, то у тебя плохое настроение. Если на 6, то у тебя такое не очень хорошее настроение, но есть. У тебя почти хорошее настроение. Спасибо. Она с помощью своих волос находит мусор, и она его ест. А эта погремушка, она успокаивает мгновенно ребенка. И на день еще не сколько там, то она сразу, то ребенок успокаивается. Хорошо, на скольких детях вы уже провели испытание? Она на одном. А на одном? Вы можете показать, как это работает? Давай я тебе напишу. Так, хорошо, то есть это второй ребенок? Ну ладно. Давай, подпишу.